с вами знакомиться. Меня зовут Мария Головина. Я педагог по джазовому вокалу. Да. Расскажите, может быть, атмосферно немного, мы с вами уже познакомимся. Вот, например, как вас зовут? Тамара Николаевна. Тамара Николаевна, вы когда-нибудь пели? Я пою, да. Поете? Да. Хорошо. Мы сегодня будем с вами делать дыхательную гимнастику, распеваться и будем, конечно же, учить интересный репертуар. Игорь, ты неправильно пел связками. А, неправильно. Хочу на резонанс. А, как вас зовут? Софья, вот я не знаю, у меня не развит слух абсолютно, но мне всю жизнь хотелось петь. Вот. С чего начинается вокал? Вокал, прежде всего, основан на чем? На звуке. Любая музыка основана на звуке, да? Что такое звук? Звук – это воздух, который сжат, который выходит через связки, мы его слышим, да? Но чтобы не петь связками, нам нужно освоить правильную дыхательную технику. Давайте я вот сейчас предложу вам встать, чтобы мы начали с гимнастики, которую я буду сейчас показывать. Смотрите, что значит правильное дыхание? Кто знает? Может, кто-нибудь скажет? Не знаю. Дыхание животом. Дыхание животом. Вот видите? Диафрагма. Да, диафрагма. Замечательно. Да. Все об этом слышали или да. Кто-то первый раз? Ага. Значит, что это такое? Смотрите, это не значит, что нужно живот вперед выжать. Это не значит. И не в себя. Вот смотрите, у нас есть нижние ребра. Прочувствуйте все свои нижние ребра, где они у вас находятся. Вот. Да. Не прощупаешь. Не прощупаешь. Вот попробуем сейчас сделать так, такой вдох, чтобы вот эти нижние ребра у вас чуть-чуть ушли в сторону. То есть вот мы вдохнули и эту. И вы прочувствовали, как у вас по всему периметру, вот здесь вот, да, возник воздух. При этом плечи не поднимаем. Это самая большая ошибка. Вот это вот дыхание, еще когда я говорю глубже дышать, глубже это не значит. Как будто шарик надуваем и сдуваем. Еще разочек вдох. Задержали дыхание и... Хорошо, выдох. И еще раз также вдох. Задержали. Очень хорошо, ни у кого плечи не поднимаются. И выдох. Отлично. Что дает нам это упражнение? Значит, язык, который, естественно, связан с корнем языка, корень языка, он уже связан с подъязычной костью, а подъязычная кость – это уже гортань. Да, и как раз вот эта вибрация, которую мы делаем, она передается на мышцы гортани. Соответственно, мышцы гортани через вибрацию расслабляются. Вы сами знаете, что проблемы вот с голосом, да, из-за того, что мышцы напряжены, да, их нужно расслабить. Вот. И это упражнение как раз-таки нам дает вот это расслабление. Поэтому потихонечку тоже будем делать. Теперь давайте вот как сделаем. Длинную не будем тянуть, вот такую. Короткую. И вдох. Да? Попробуем. Значит, все время говорим ха, не а жесткий, а ха мягкий. Аккуратно в какой-то степени, да, ни себя, ни это. Делаем вдох. Работаем животом еще. И еще. Все готовы? Да. Поехали. Мия. Thank you.
хорошо. Просто глубже вдохните, да? Представьте, что он прямо вот, вот в пол, в ноги туда этот воздух. Мия, ха-ха. Да. Мия, ха-ха. Ага. Мия. Ага. Хорошо. Больше вдох. Все равно. Глубже, да? Не то чтобы не надо много, надо просто глубже. Давайте вдох. Да, смотрите, что сейчас еще сделаем. Вот когда будете петь, немножечко пошатайте вот так вот головой в сторону. Да, расслабьте вот эти мышцы шеи. Вот маятник, да? Спокойно. И. Да, и еще вдох. Больше нравится. Вот, вот эти мышцы шеи и плечи. Вы зажаты, да. Вы их зафиксировали очень сильно. Вот, вот просто вот, да, посвободнее. Вот представьте, с одной стороны, вот здесь вот должно быть. Да. С одной стороны, здесь все фиксировано должно быть, а здесь наоборот. Да? Вот такая полная раскоординация. Да? Постепенно. Ничего, хорошо. Кто еще хочет? Попробуем немножко. Давайте. Сейчас, не знаю. В общем, на ми уже надо выдержать и должен отсюда уходить, да? Да, с самого-самого начала. То есть мы вдыхаем, задерживаем дыхание и сразу же отсюда пошел воздух. Да? Ми. Ми. Да, замечательно. Только смотрите. Я, а, нужно ха, ха. Добавьте больше ха, х звук, да? Очень хорошо. Делаем. А теперь попробуйте сделать. Смотрите, вы делаете. И очень усердно. Нет. Давайте вот просто свободнее, да, плечики здесь. Вдохнули. И. Мия. Ага. Понятно, да? То есть вот у вас очень много усердия вот в этом вдохе. Да? Вот, я понимаю. Я понимаю. Я тоже, когда вот сейчас вот вам показываю, чтобы все вместе, у меня тоже есть вот это вот, да? И, но на самом деле нужно стараться как бы вот, вот туда приходить, да. Так, ну что? Что там у нас по времени получается? Сколько времени, подскажите мне? Ну, вот 5 минут. Так, хорошо. Давайте, значит, мы сейчас с вами, наверное, песни какие-нибудь подумаем. Так, где же у меня? А, вот. Значит, ну что... Что есть? Что, там, где вот эти высокие ноты, мы стараемся их только чуть-чуть уколоть. Не пытайтесь петь во весь голос, не пытайтесь петь во всей грудью и громко, не надо. Просто уколоть так, чтобы вы прочувствовали, какая высота этой ноты, да? Сольфеджио. Так, ну давайте, значит, сейчас чуть-чуть помедленнее. Так, может быть, кто-то хочет сейчас просолировать хотя бы маленький кусочек. Давайте, знаете, как сделаем? А, вот, интересно. Кто хочет? Кто еще хочет в группе? Сейчас будем по строчке петь подмосковные вечера. Вы, хорошо. Это просолировать подмосковные? Да. Тогда давайте встанем, да, с вами, кто будет петь, солировать. Подмосковные вечера. Так, смотрите. Давайте следующей группой потом пойдем. Значит, первый куплет только поем. Кто начнет? Давайте, ну давайте, хорошо, вы начнете. Так, кто продолжит вторую строчку? Татьяна, да? Потом вы. И подмосковные вечера в конце. Заключение. Заключение скажете, да, споете. Так, ну давайте. Я, смотрите, вы скромно.
скромненько очень. Я слышу, что вы там подбираетесь к этим нотам, но вы так очень скромненько, постепенно, да? Нет, вы не фальшивы, все хорошо, просто надо чуть-чуть смелее. Не погромче, смелее. Погромче – это плохое слово. Вот когда говорят «громче давай», это нас провоцирует на что? Чтобы зажимать горло, да? Когда вам говорят «нужно громче», просто экспрессию добавьте, да? Больше вот внутренней энергии вот этой вот в голос направьте. Но ни в коем случае не «а», да, не вот это. Сейчас все вместе еще раз второй куплет споем и перейдем к следующей песне. Ладно, замечательно, мы распелись немного. Так, что дальше идем? «Лучший город земли». Спасибо. Давайте как-то покучнее. Вот, может быть, сюда встанете? Идите сюда. Да. Это видео было. Я выложу фотографию.
А мы-то думали, нас фотографируют в разных таких ракурсах. Ну, потому что неинтересно фотографии сейчас. Если есть возможность видео, вас идет... Давайте еще селфи. Только как-нибудь так это сюда. Покучнее, нет? Не поместимся? Ну ладно, хотя бы хоть как-то. Еще. Давайте я свою мордашку ставлю. Интересно, куда он бегал-то? Умирающий. Отлично. Чтобы не помирить. Хорошо. Тамара, секундочку. Тамара, выйди от этого, пожалуйста. Улыбайтесь, моя хорошая. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Все, тогда.